Обсудить вопросы ремонта, строительства, здравоохранения и многие другие появится возможность у всей страны. Уже в эту пятницу, 20 июня, состоится прямая линия с Владимиром Путиным. Обращения поступают со всей России. Не остались в стороне и челнинцы, точнее жители Тукаевского района. Видеообращение к президенту страны записали дети из многодетных семей микрорайона Подсолнухи с просьбой проложить к поселку дороги. Напомню, ранее по этому поводу инициативная группа местных жителей обратилась в суд. На видео два десятка детей разного возраста просят Путина о помощи. Уважаемый президент, мы дети многодетного поселка. Можете, пожалуйста, нам помочь построить дороги? Нам тогда будет удобнее добираться до школ, садиков и секций. Спасибо за землю, помогите нам дорогами. Последовали примеру Подсолнухов, правда, в письменном формате, и другие активисты Тукаевского района, борцы за экологию. Они просят защитить луга, реки Шильны и Шильнинский лесной массив от проекта руслорегулирования. По их мнению, изменение русла уничтожит несколько видов животных и растений, загрязнится река. К тому же для проекта придется вырубить более 17 тысяч деревьев. Услышит ли обращение глава государства, станет известно в конце недели.